Приветствуем Юго-Осетинский государственный университет имени Александра Тибилова. Колонну возглавляет председатель студенческого совета ЮОГУ Роман Бовозов. Сотрудники и студенты ЮОГУ во главе с ректором Вадимом Бутазовичем Тедеевым при поддержке руководства республики делают все возможное, чтобы обеспечивать высококвалифицированными кадрами нашу республику по разным направлениям. Колония, автомобильная школа ЮОГУ. Да здравствует студенческая молодежь Республики Южная Осетия. Да здравствует славный Юго-Осетинский государственный университет имени Александра Тибилова.